начале марта в Воронеже пройдут выборы мэра города. И уже во второй раз выбирать будут не сами воронежцы, а депутаты Гордумы. Что думают по этому поводу жители города? Изменилось ли их мнение за прошедшие 5 лет? Сейчас мы это и узнаем. Я считаю, что только Виктория Воротникова достойна избирать мэра Воронежа. А кто это такая? Ведущая, популярная самая в Воронеже. А почему именно она? Потому что она лучшая в своем деле, и только она сможет выбрать лучшего мэра Воронежа. В большинстве случаев там без нас уже все решают. Вот что обидно. Даже если... Ну, мне так кажется, это мое мнение. Жители города. А почему вы так думаете? Ну, потому что как бы это же, ну, как губернатор города, поэтому мне кажется, что нужны, ну, как бы должны жители собирать, ну, голосовать. А вы ходили на выборы в 2020 году? Нет, не ходила. Блин, потому что мы жители, вот, мы хотим хорошее правительство, чтобы город, так сказать... Процветал. Да, процветал. Вот, потому что, ну, посмотрите вокруг, полное, ну, я не буду материться, вот, но не особо нравится мне жить в центре, да, допустим, центр загнивает, а вы посмотрите на Юзы, юго-западный район, это просто алкаши и наркоманы, вот, Коминтерновский район, ну, более-менее, как бы, вот, а левобережный район, это, я промолчу. Нет, люди должны выбирать. Почему? Потому что люди больше знают, чем депутаты. Жители. А почему жители? Ну, потому что для жителей же все хотят изменить в лучшую сторону. А как вот вы считаете, вот уже второй раз будут избирать депутаты? Вот что думаете по этому поводу? Ну, у них свои понятия, наверное, в работе. Не знаю. А вы ходили на выборы в 2020 году? Нет, я особо не хожу. А почему? Ну, потому что от нас мало что зависит. Конечно, жители, как и президента. А почему? Потому что они слуги народа, они должны нам служить и делать то, что мы хотим. А не забирать себе все бабки и воровать постоянно. Что в Воронеже с дорогами вообще во дворах? Что за прикол? Их надо посадить в Ниву и, короче, прокатить их на скорости сотка где-то по этим дорогам во дворах, в частных секторах, чтобы у них позвоночник вытряхнуло, короче. И тогда они, может, что-то будут делать. И зарплату поставить им в 50 тысяч или в 30, там, как средняя зарплата. И все будет нормально. А вы сами ходили на выборы Гордумы 2020 года? Нет. А почему? Я вообще не в курсе даже за них был. Но мне кажется, что это все порожня... Ну, в смысле, как это называется правильно? Фарс. Это все просто спектакль, типа, никто там ничего не выбирает. И бюллетени эти пересчитывают по-любому как-то по-своему.